районе Соли, пришли пообедать. А, в принципе, время уже сколько? Пятый час ужинать. Хотя нет, мы сегодня еще поужинаем, пообедать. Борщик заказали, и мы нашли, благодаря Фариде, то есть, извиняюсь, нашли отличное место. Она нас тоже сюда привела, показала, где это находится. Тут какая кухня? Ну, вот какая. Наша? Наша, похожая. Все тут есть, то, что мы любим. И борщ есть. Ира, как на вкус борщ? Вкусно. Вкусно? Да. Отлично. Ничего не а хуже. У меня оливье салат. Я его попробовал. Ну, похож на наш. Но так как сметана и майонез другие в Турции, то и колбаса тоже, да. Вкус отличается, но не критично. Не критично, да, да. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо. Вам. Мне принесли куриный шашлык. Еще пюрешка будет. Очень вкусно. Очень аппетитно выглядит. Обзора. Еще да. Пюрешка будет. Да. Вот у Инны. Вот у Инны, да. Пюре, и что там? Борщ показывай. А, борщ показал. Да. Не знаю, что это. Мясо? Что это? С грибами. Мясо с грибами. Да. Отлично. Ну все, теперь точно приятного аппетита. Пюрешка. Ой, я уже почти всю курицу съел. Вкусная домашняя еда. Очень. Ира сказала, что суп баранин, борщ, а на вкус не ощущается баранина. Не ощущается. Да. Ощущается. Инна чувствует. Курица мягкая, сочная. Как мы любим. И картошка пюре. Пюре, да? Угу. Пюре. Ты меня снимаешь? Азан. Нет, себя. Зазвучал азан. Как хорошо кушать, когда звучит азан. Прям атмосферно. Очень атмосферно. Девушки довольны. Сейчас закажем медовое, как это, пирожное. Наполеон. А, Наполеон. Наполеончик будет у нас. Мы Наполеона любим. Ну, пирожного, я имею в виду. Вкусно, хорошо. Вот Наполеончик. Ира сказала, что очень вкусно. Так, сейчас попробуем. Он в меру сладкий. Я бы даже сказала, что ну, совсем не сладкий. Нет такого, что да, ты приятный, ешь сахар, приятный, да. Что сахар на зубах. Такого нет. Очень приятно. Угу. Не подвели. Короче, ну что вы думаете? Мариус уже принялся за другой десерт, за второй. Медовик. Он уже медовик заказал. У нас уже окончание трапезы. Наполеон нам очень понравился, сейчас медовик попробуем. Довольный, да. Ну что? Турецкий. В смысле турецкий? Ирина как-то более многословно была. Почему Ирина не пробует на камеру? Сейчас. А ну давай срочно передвигай Ирине в порцию. Нормально? Нормально, на да. Сухость скажи. Он сейчас не скажет, что вкусно, так он сможет все сам съесть, понимаешь? Да. Отдавай Ирине половину. Ты уже. Нет, половину я не съем. Давай попробуй. Пару ложечек. Чтобы посмотрим. Человек скажет правду. Ирина вообще не заинтересована лицо, чтобы врать. Тем более Ирина сама занимается тортами. Я такие торты не делаю. Вкусно? Вкусно. Да. И мед, кстати, да, турецкий, я сразу почувствовала, вот. Мы летом его ели. Mm-hmm. Да? Да, покупали на рынке мед и ели. Турции, пчелы и другие. Какие-то неправильные пчелы? Нет, правильно, хорошо. Я хочу сказать, мы привыкли к другому вкусу меда. Нет, я хочу сказать, что здесь достойные десерты. Достойно, да, согласен. Да. Вы будете сюда ходить? Да, будем. Обязательно, да. Обязательно. С детьми? Жизнь покажет. Ну я не могла и не... Турецкий выучит, сразу придем сюда с детьми. Я не могла не заржать. Да? Покажу вам это место, где вот можно вкусно поесть. Это уже ближе к нашей кухне. Алтын Казан. Район Соли. Вот тут
Такие дома тут вокруг. Сейчас поедем на море, гуляем. Так, приехали на набережную. Только вот не понимаю, в какой части мы. Ну, наверное, центральная. Это вот сколько километров? Это почти 15 километров. Да больше, по-моему. Нет, почти 15 километров. Говорили 12. А нет, Ирина с Мехметом сказали. 12? Почти 15, Мехмет сказала, да. Ну вот представьте, 15 километров. Обустроенный набережный. 15 километров. А мне тут тоже нравится. Да, здесь хорошо. Понять бы только, какой конкретно это микрорайон. Ну, мы потом на карте посмотрим. Тут люди гуляют, отдыхают. Ой, как морем запахло. Морем пахнет. Да, морем пахнет. Чиколата и Вим, как в Алании. Mm-hmm. Вот он. Сюда пойдем? Чиколата и Вим. Да, здесь был, кстати, пойдем? Хороший интернет у них. Давайте. Давай. Ой, как морем запахло. Как морем запахло вкусно. Ой, главное не упасть. Вот когда снимаю, я не вижу, что тут под ногами творится. Вот, сейчас набережную вам тут снимем. Так, мы сейчас хотели шоколадницу пойти, да? Вообще как называется? Ну, как она называется? А почему я в тумане? Сейчас я извиняюсь очень, я чуть-чуть... Нет, потом протру. Или это такой свет тут? Сейчас... Нет. Наину наведу. И ты думаешь, они ослепнут от моей красоты? Да. Мариус, но? Ты не протираешь камеру. Вот надо протирать. Сейчас стоп-кадр. Так, снимаем заново. Я протер камеру. Инна правильно говорит. Проверяй каждый раз, протирай камеру. Это правда. А то мы как в тумане постоянно. Инна довольна. Инна сытая. Инна сытая, да. Посмотрите, какая красота. 15 километров набережная. Правильно я говорю? Это место, нет? Нет, дальше. Ир, можешь слева, тогда ты тоже попадешь в кадр. Тоже в кадр попадет. Вот, шоколадка не видно. О, хорошо. Морем так пахнет. А в Эстонии? Что там в Эстонии у нас сейчас? Снег и сугробы. Снег и сугробы. Увы. А нам скоро возвращаться. Но, надеюсь, ненадолго. Дай бог, дай бог. О, красота. Ладно, хватит себя показывать. Буду показывать красоту вам. Море сегодня спокойное. Я вот так сейчас тут смотрю, и знаете, что мне напоминает? Испанию. Вот так, если идти вдоль вот этих домов, то что-то в этом есть. Наверное, закрыто, да? Да, закрыто, закрыто. Закрыто. А давай подойдем, посмотрим. Вот машины нет. Ой, идем. Да, закрыто, закрыто. Шоколады. Эта сеть есть и в Алане. Да, закрыто. Видимо, в сезон откроют. Пальмы, пальмы, пальмы. Закрыто, закрыто. Весь тут все подряд закрыто. Они, видимо, только в сезон открываются. А, да, ты что? Да, закрыто, посмотрели. Ладно, едем дальше. Какие наши годы? Да? Ой. Ралли, ралли. Все, садимся, садимся. О, едут и снимают. Ладно, идем. Турецкие дворики цветут вовсю. Зелень, красота. Прямо около моря. Сейчас выскочит собака и тебя съест. Обязательно. Сожрет тебя.
такого вкусненького проглотит. Смотри, смотри, дверь открывается. Да. По-моему, закрыли. А может быть, закрыли. Да, может. Нас... Слышишь, хлопнули. Да, захлопнули. Пойдем, зайдем. Чайку выпьем там. Там шоколадное закрыто. Пойдем, да, к ним. Да, да. А с каким видом живут? Везунчики. Я думаю, что они в наем вот эти вот дома, квартиры сдают. Может для быть. Местных, знаешь, это непозволительная роскошь. Они, понимаешь, там мозг устроен по-другому. Они понимают, что они могут на этом заработать, они не будут здесь жить. Ну да, да. Они лучше заработают. Да, да. И уедут жить к родне куда-нибудь. Карман-мараш. Дорожка, и вот чисто мое. То есть... Ира курточку одела, стало прохладно. На уморе. Вот. На уморе. О, наши тени тут. И собачка добренькая. Видно тут. Хвостиком виляем. Котичка турок, наша. Турок. Красавец. Или красавица. Добренькая, добренькая, да, видно, видно. Да, у нас ничего нету. Ничего нету. Ой, как хорошо солнце светит сейчас. Знаете, что я заметил? Что я уже потихоньку начинаю город запоминать. Ориентироваться, да, куда, что повернуть. Как хорошо. Аланию, например, я очень хорошо знаю. Спокойно везде могу поехать. О, полицейский участок тут. Ну, не участок, а как. О, смотри, там тоже балдежник. Тоже балдежник. Хвостик как виляет. Полицейский, наверное? Большая, большая. Видите, на ушках у них какие-то отметки. Кинья бежит, по-моему. Да, что-то в сторону Инны пошел. Знакомиться с ним. Да. Нет, мимо проходит. Так. Идемте к морю. Посмотрим. Прогуляемся тут. Увидели Мадо. Это кафе-сеть. Мадо находится в Алане, прямо на центральной улице, рядом Робертс Кофе. Кофейная. Ой, как хорошо. Прямо свежий-свежий воздух. Ну, тут своим стульчиком. Так, нету тут мопедов. И вот представьте, вот можно вот отсюда стартануть, ну и, наверное, отсюда километров, как ты думаешь, 8-10, наверное, вот. Можно прямо гулять в сторону порта, если не больше. Мы еще не погуляли там, где порт Мерсина. Но этот раз мы уже не успеем. Дай бог в следующий раз успеть. Мы так за эти дни много что успели посмотреть. Хорошо. Мы, наверное, дальше не пойдем. Как ты думаешь? Пойдем дальше. Конечно. Пойдем дальше. Где-то там вдали должен быть библиотека, вот куда мы с вами заходили. Его буквально недавно открыли. Современно, хорошо там. Для учебы. Да, все для учебы. И студенты, и ученики молодцы, трудятся там. Трудятся. Будущие врачи. Но реально как Майами. Реально как Майами. Мы в Майами не были, но по роликам можем сравнить. Тоже высокие, длинные, красивые пальмы. Ну, кися там. Охотится, наверное. Такой морской котик. Гуляет. Ну, тут. Знакомиться.
А чего ты такой грязный, измазанный? А это от камня. Его камень окрашивает, видишь? Да. Он обтерся об все эти камни, да? И пошел по своим делам, пошел. А, вы понимаете тоже по-русски? Да, мы знаем русский, да, знаем. Да, здравствуйте, мераба, мераба, мераба. Türkçe biliyor musunuz? Türkçe bilmiyor musunuz? Мы сейчас знакомимся с городом, Сейчас, одну секунду. Да, точно. Мераба, мераба. Вы должны сказать в этот переводчик, чтобы, чтобы поняли родственники. А что надо сказать? Ну, что-то такое, чтобы поняли. А что сказать? Что? Ну, привет или как дела? А, хорошо. Здравствуйте, здравствуйте, рад вас увидеть. А вы тут живете? Вообще-то я, не здесь. Я, честно говоря, родился в Москве. Но, честно говоря, я наполовину тут тем, что мой папа, короче. А, ясно. А, он сказал, что вы родственники. А, все, кажется, вы что-то сказали неправильно. Неправильно? Неправильно переводим. Неправильно? Это надо менять, короче. Türkçe bilmiyor. Вот. Так. Sizi görünce çok sevindi. Ира, давай, ты лучше знаешь турецкий, учила. Вот Инна не хватает, она бы сейчас перевела. Сейчас, одну секунду, должен. Да. Sizi görünce çok sevindi. Ya tamam da yani nasıl iletişim kuracak? Tamam. Bir dakika. А, рад был видеть, да, да, да. Ага. Хорошо. Хорошего дня. Goodbye, bye bye. Да. Пока-пока. Вот так. Люди подошли, поздоровались. Тут кафешка. Видимо. Там картины рисуют. А, картины рисуют. Вот так можно утром начать, например, с этого места прогулку. И к вечеру закончить в другой части Мерсина, да. Эти люди гуляют, отдыхают. Вечер пятницы. Мерсин город зеленый. Видно, что и парки везде находятся, да. Есть уголочки для детей. Вот уголочки для детей. У Юн парке, это мы уже знаем, что это парк, где можно поиграть. Ведь у нас получается как мини-волкинг тур. Ой, на солнышке прямо отлично, да. Хорошо. Я согрелась на солнышке. Вот так, если мы пропадем прямо-прямо-прямо, мы дойдем уже до библиотеки. Да. Он недалеко. Ну, я не думаю, что пойдем. Или пойдем. Ну, не знаю, посмотри, где Инна. Она хоть видела, в какую сторону мы пошли? Ладно, повернем назад и на машине доедем. Пытаемся передать в те страны, где еще нету тепла, солнца, атмосферу, теплоту, хорошего настроения. Ничего, скоро и у вас будет хорошая погода. Да, уже желательно. Я думаю, сейчас вернемся. Дай, дай Бог, чтобы в Эстонии поскорее бы тепло пришел бы.
сели Бейоглу. Опять? Да. Турчанки смеются над моим турецким. Ничего, я их догоню. Догоню, догоню. Вот посмотрите, какое меню тут шикарное. Ну, тут одни сладости, походу. Пельмени, пожалуйста, этот. Выглядит все вкусно. Шнуром для зарядки. Я пойду поставлю. Выглядит все очень вкусно. Ой. Ну, это надо, вот, когда сезон начнется летний, прийти кушать сладости. Пожалуйста. Сначала пиши кюрдерю. Да. Мы уже друг с другом разговариваем. Правильно, правильно. Ну тут бесконечная книжка. Чего тут только нету. Что тут только нету. Ира, ты выбрала что-то? Нет, я хочу просто латте. А лучше даже чай, просто чай горячий. Давай. Ну, это видишь, мы пришли в такси. А, Инна зовет к другому столу нас. Не знаю, почему. Нет. А почему, Инна? А, зарядку нашла. Ладно, пойдем. Принесли вот такую... Как это, шоколадный напиток? Да. Горячий. Да, очень, очень вкусно. Очень-очень вкусно. Да. Как классно. Прямо на берегу моря можно брать на прокат велосипеды. Вот такие. Потом узнаем, как это работает, система, как его можно брать. Не знаю, сейчас камера передаст. А вот там автомат, Марина. А, вот сейчас я покажу. Вот луна светит красиво. Море, вот, видите, уже прямо. Прямо-прямо рядышком. Ой, посидели в кафе. Были в прямом эфире. Как классно, пообщались. Так. Это пятая станция. И я так понимаю, что здесь вот выбираешь себе. Ну, я думаю, тут надо как-то будет найти. Видно, что с карточкой можно оплачивать. Ценник бы узнать, вот сколько это все стоит. Потом, когда светло будет, когда уже в следующий раз приедем в Мерсин, тогда узнаем, как это все работает. Вот. Прокатимся с ветерком. Как хорошо пальмы выглядят на фоне освещения. Как свидание прошло, Инна? Шикарно, я думаю. Инна молча ходит, довольная. Ну и что, на щечки горят? Да. Вспоминают дружочки. Да. Мама, ты... Так, где наш Мерседес Фиат? Дальше, по-моему, вот впереди. Не прошли? Нет. Вон, наверное, стоит. Мерседес Фиат? Да. А я только что на Мерседесе ездила. А, на настоящий. Вот так. Вот так. У него нефтевышка? Нет. Нет? Лучше? У него две нефтевышки. Нет. Ну не будем все тайны раскрывать. Нет, да. Да. Не надо все знать людям. Это наша? Нет. Ну как нет? Ну это Фиат. Фиат написан? Наша. Я не знаю. Я? Все, открылось. Сейчас бы дальше пошли бы. Дальше. Все, садимся.